Привет, Миш. Привет, Миш. Привет, О, Лин. привет. Чмо. Чмо? Почему чмо? Потому что это Лёня. Так, Лёня, у тебя есть жилет? Это не Лёня. Какая Лёня, нахуй? А, Лёня. Я ещё чмо и Лёня, охуеть. Да ладно! Да ладно. Охренеть! Охренеть! Я вижу гниду! Ой! Я могу ему ударить! Почему ты девочка, блядь? Что? Ой, а как так получилось? Ну это, видимо, когда я пытался каких-нибудь школьничков это разыграть, когда у меня еще голос не сломался. А так, Лиль, у тебя брат Бауэр выключен? Тебе ребята объяснили уже? Она сама нам объяснила вообще-то. А, блин, я чмо, потому что Лём. Чем мы, она умнее, чем мы все. Вы удивляетесь тому, что у меня плюс одно IQ, блядь? Ну да, блин. То есть я тупая, по вашему мнению? То есть она, ну, женщины тупые, да, по-твоему? Нет, мы просто... Ты просто женоненавистник. Мизогинист. Слушай, возвращайся, а. Я? Да. Не, я сейчас найду алмазы, и у меня все будет хорошо. Блин, и опять ты не построишь дом, как в тот раз. Я строюсь. Лиля, я на твоем месте вижу только сундук, верстак и печку. Тут ничего больше нет. Лень, мы, по-моему, через себя Лилю слышим. А, и себя тоже. Да, мы все. Через меня вы не можете ничего слушать. Я говорю, через Леню. Через Леню, который шел. Мяу! Заткнись, ну. А, я стой! Стой! Кто? Стой! 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 Кто-то побежал сейчас с белой башкой. Синий. Это Лиля. Это не я, я стою у дедушки. О, Миша, я тебя нашел. Одедом. Миш, на меня посмотри. Ну, обернись назад. Нет, правее. О! О! Так, Миш, дай дерево сюда, у тебя топор. Когда был? Я сейчас скрафчу еще 10 деревянных топориков. Зачем мне 10 деревянных подходов? А ты, видимо, не понял. Можно дерево дать? А ты, видимо, не понял, да? Отсылку. Блин, отсылка, да. Отсылка, он помнит. Короче, я скрафтил 16 топоров, вам надо? Чего не стакается копание? Типа, если мы копаем вдвоем один блок, он быстрее не копается. Хз. Движок. Потому что мы разные... Напали только что, бишь. Все же знают, что эту игру делали на Unity, а Unity ужасный движок. Вот так вот. Игру разве на Unity делали? Да, на Unreal Engine. Че, ебан? Сука, Миш, я твой момент... Умру сейчас, сука! Блядь, еще и ночь! Блядь, я там же, Миш. Мои вещи взорвались. Отъебись! А мелкий хуй отстань от меня! Нет, ну пожалуйста, ну блять, да блять, ну я только вещи нашла свои, ну пожалуйста, ну блять, ну пол хп у меня осталось, и все, проебало, не берите мое дерево, блять. Блять, ебать их тут, искусство это взрывы. Когда будет 10 лет, да? А я сейчас... Ты почему была нашла 8 лет? Ой. Миш, вырежи это, пожалуйста. Окей. Где Андрей вообще? Гуляет. Господи. Андрей, что это за дом у тебя такой необычный? Безопасный зато. Типа для тех, кто не умный? Да. Я только что прошел через него. Это тест на IQ от Вани. Тест на IQ! Пойдем. Буду плакать. Блядь. Ты как это сделал? Геймер вонючий. А ты думал? Как же наш внегласный договор о том, что мы будем жить рядом с друг другом? Ну так. Какой? Кто это? Кто так сказал? Я. Мы живем. Мы знаем, где вы. Вы не знаете, где мы. Все честно. Нет. У тебя прям крипер рядом с домом стоит. Блин! Сейчас взорву дом! Меня? Да. Я только что дом вообще взорвала. Лёня! 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 Ты можешь вот манить, то есть... Всё, я убил. Лёнь, а чё ты меня-то убил? Как тебе мой дом? Это не мой дом. Ты не тот дом смотришь, Андрей.
Это дом не смотри, мой смотри. К ним прийти и задезертировать? Сань, рановато. Дезертировать? Блядь, иди ты, ты неправильно используешь слова, чё вы там, чё вы там, чё вы там? Сань, подожди, просто пока найди путь домой, мы потом будем придумывать план действий. И общаться табличками, кстати, да. Миша, а где твой дом? Я вот, знаешь, мне вот эти вот разговоры про дезертирство меня уже напрягают, я не хочу говорить, где мой дом. Не, стой, я видел, ты поменял, ты дом снес? Да. После моих слов, что я его... Да, я снес свой дом, я же говорю, мне нужен динамит. Вот, я нашел себе динамит, взорвал свой дом. Нет. Не, я просто не вижу это ебаное дерево. Ну все, потому что я его снес. Ты не можешь видеть то, чего нет. А нет, вижу, другое дерево. Ой, я вижу, кто-то там что-то строит, бегает в железной броне. Я Мишу вижу, вон Миша. Блин, надо скооперироваться. Надо как-нибудь эту армию забрать, ну типа, если мы будем рейдить, то надо забрать их с собой. Это будет проблематично, но знаешь, мне нравится ход твоих мыслей. Даже если мы, типа, умрем, то там рейдеры останутся. Думаешь, они их всех убьют? Ну, они как минимум их... Парень, мы как-то слишком открыто обсуждаем наши планы. Смотри. Я не знаю, я, может быть, твои архитекторские, блядь, замашки как-то обкончаю, блядь. Во-первых. Мой дом. Крутяк. Я бы посмотрел. Лучше не придумаешь, Миш. О, динамит. Серьезно? И все? Мне, кстати, динамит нужен. О, какое совпадение. Тебе его принести? Подключим на месте. Блять. Ты чё там, Андрей? Ну чё, Лёнь, как успехи? У меня? Замечательно. Не, Мишу всё хорошо, это я знаю, а у Лёни как? Отлично, Лёнь. Лёня хотел... Лёня хотел это, сделать разведку, да? Да, разведку на твой дом. На мой дом? А почему только на мой дом? Разведка не так ходит. Разведка знаешь, как ходит? То есть... Там дерево это видишь, куда, да? Да. Так, мне вот эти вот ваши разговоры очень не нравятся. Леня, ты это, не помнишь, где у нас, лава, может быть? Ты все еще видишь? Помнишь? Хватит на него смотреть, окей? Смотреть на него хватит, конечно. Ты сейчас, Миш, хватит на дом смотреть, у тебя дома больше нет. Я понял. Дома у тебя больше нет. Андрей. Чё? Док, доложи обстановку. Да чё, у тебя дом сгорел? Да? Да. Вы чё, ублюдки, я возвращаюсь. А ты его можешь потушить, Андрей? Нет, там уже пиздец. В смысле? Сгорел на работе. Без чё? Вещей, без всего, одна зажигалка, блядь, всё. Ублюдки взяли и сожгли мой дом. Блин. Проститутки. Или это я? Здесь просто как, ну, типа, постройка, типа, человеческая. Знаешь, ты её предал? Саня! Саня! Достижение! Ты чё там, крепость нашёл? А, хорошо. Побей критов, прошу. We'll be right back.
просто. Как меч сгорел, вопрос. Что же я нашла? О, господи. Блять, какие уроды. Кто это? Какая-то минус 9 это. Как Миша сгорел? Один алмаз. Один. Миша, ой, Леня, мне кажется, на нас дом напали. Там Миша очень ладно смеется. Так, ладно. Что ж, хорошо. Это не мы начали, Миша. Что? Чего? Мне показалось, или Леня сейчас сказал, что это не мы начали? Да. Это не мы начали, Миш. Чё? То есть мой сгоревший дом, это чё? Я его видел, он выглядел как гриб, блять, или дерево. Спасибо, Лёнь! А ваш выглядел... Ладно, Лёнь, такие слова не знаю. Давайте в куда-нибудь более безопасное место. Поздравляю, мы без всего. Не играть со мной, поняли? Ублюдки. Неплохая попытка. И вы злые, блин, капец. Сказал Лёня, который сжёг мой дом. Это не я сжёг твой дом! Это был Саня! Ну, ваш дом Санин дом. Сорян. Ничего личного. Хотя нет, много чего личного, ублюдки. Парни, может вы, блядь, типа, подобрее? Там любовь к ближнему, к территории нет? Ну чё, начинаем? Серьёзно? Не, начинать ничего не надо. Где, Андрей? Нифига! А если я вот это, потом я возьму вот это, сделаю тык-тык сюда, потом вот этим вот сделаю вжж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 ж
Ай! Ребята, я иду к вам. Налаживать торговый союз. Ну давай. Бери, знаешь что? Пошел отсюда. Дай посмотрю, что на что можно отнять. Нет. Брысь. Тормози, нет, брысь. Это брысь. Топор на удачу вот этот? На удачу 3? Нет, это на урон. Брысь от моего сундука. Отошел. Не сдепал. А где Крис вообще? Ест вроде. Он сейчас придет. Офигеть, как мы тут устроили диктатуру. Доброе утро. Ты даже кровати сломал. Какая ты мразь. Миша, если честно, я хотел сделать все по стелсу, но не получилось. Ты все-таки сгорел. Нашего дома больше нет. Я еще минут 10 назад 20 проходил мимо. И вижу, вы сгорели. Я так понял, Миша, у вас дома нету тоже, да? Ну, моего точно нет уже, да. Миш. Стой, Миш. У тебя, по-моему, что-то принадлежащее нам. Мне кажется. Андрей. Че? Ворует. Да че толку-то? Ты понимаешь, что все? Миш, дороги нет. Ты проиграл эту войну. А как тебе Миша мог зайти мало, если он только распадался и умирал? Я ебу, а кто мне лаву, блядь, в дом налил нахуй? Ну что, я сделал? Да? Ты издеваешься? А кто? Сука. Лё, я хотел нам дезерт... Стоять! Пей его! Стой! Лёня хотел устроить... Пей его! Это были Лёнины вещи! Отпись от меня!
сука. Миша, это твоя кровать была на дереве, да? Миш. Может быть и моя. Просто ее больше нет. Бывает. Давай за ним. Сань, беги. Беги, Саня. Саня, иди сюда. Беги, беги к Лиле, короче. Какой смысл сейчас? Беги, беги. Лисы! Тут толпа лис! Они все смотрят на меня с этими ёбнами. Отстань. Все, не беги ко мне. Я тебя достану, ублюдок. Я хочу найти дом, который Миша... Я сделаю дом, который Миша никогда не найдет, и он не сможет его подключить. Я не знаю, там... Это все мои вещи, тварь, блядь! Вот они где, пидора. И ты еще, пидорил, говоришь, я ничего не делал, блядь. Я не знал, что это твой дом. В смысле? Блядь, самый красивый, естественно, он... Да, он самый красивый, я думал, это... Ну, подумай. Тебя, твоя... Залупа, блядь. Чего? Залупа, Мир. Миша. Че? Уйди нахуй. Вот, блядь, меня, сука, сломал, ебучие, блядь, эти. Вы чё, конченые? Ну, при спарне, блядь, появляются лисы. Нахуй вы мне ломаете, придурки, блядь. Миш, какой ты скотина? Нет, ты пса моего... Какая ты мразь. Он пса моего убил. Нет, Миш, тебе прощения нет. Он моего пса убил. Ну все, он ее развязал. Третью мировую. Все, теперь это война теперь. Вот это точно. Я хотел простить тебе это. Это за Саню. Ну, я понимаю, типа, твой поступок был за Саню. Ну и за Саню. Миша, собирай то, что можно собрать, и мы отходим. Мы проиграли эту битву, но не проиграли войну. Гипотипичность. Я даже не думал, что будет так весело, ладно. Работаем. Стоп, а где мой сундук? Ага, они один сундук все-таки сломали. Прием, они украли сундук. Они чуть-чуть подготовлены, надо это иметь в виду. Ну да. Я один сундук сломал, в другом спиздил все, что надо. Все, что там влезло, точнее. Миша, Сань. В отдельный канал. Ля. Ну все, обороняемся, пацаны. И дамы. Лошары. Блин. Я так понимаю, у них началось разногласие внутри коллектива.